Двухцветные галстуки, красивые значки, звездочки, флажки и сами виновники мероприятия – будущие пионеры и октябрята. У учащихся сегодня ответственная миссия – вступление в ряды пионерской организации. Они только заканчивают начальные классы, но уже знают, что им предстоит гордо нести новые звания. Это мероприятие проходит на территории Брестской крепости. Особо важно отметить, что в год начала, это трагическая дата Великой Отечественной войны, конечно, именно в таких местах молодые люди, наше подрастающее поколение принимает и вступает в ряды таких крупных конструктивных объединений, которое призвано консолидировать молодых ребят, детишек с тем, чтобы воспитать их в патриотическом русле. Сегодня для того, чтобы повязать галстук и сказать заветное «клянусь», ребята приехали и из районов. Помимо брестских мальчишек и девчонок, пионерами стали учащиеся Жабинковского и Кобринского районов. Также состоялось важное событие и для старшеклассников. 8 самых активных и самых достойных были приняты в члены БРСМ. Уже стала очень хорошей традицией в Брестской крепости проводить торжественные приемы в ряды наших организаций, Белорусской республиканской пионерской организации, Белорусского республиканского союза молодежи. Поэтому этот день мы никак не могли пропустить. Наши ребята и завтра будут приезжать вступать в пионеры, и на следующей неделе. То есть мы дали старт, и у нас начинается сейчас октябрятская неделя, то есть ребята будут вступать в октябрятов. Сегодня пионерская организация – это не та пионерия, что была десятки лет назад. У ребят есть не только двухцветный галстук, но и все, что сейчас необходимо современному подростку, начиная от стильных браслетов, заканчивая вместительными шоперами. Но осталось одно, самое важное в жизни пионера – тимуровское движение, помощь нуждающимся людям. Моя мама была пионером, она была всегда и везде первой. И я хочу быть, как и она, быть везде и всегда первым, помогать нуждающимся в помощи взрослым и детям, и помогать своими поступками родине. Я понимала, что это будет круто, что все мои друзья рядом, все мы будем активно принимать участие. После посвящения в детские молодежные организации учащиеся возложили цветы к вечному огню и почтили память защитников Брестской крепости минутой молчания.